Для того, чтобы собака максимально подходила к нам плотно, при научении мы вот так вот мы не делаем, подзываю команду ко мне. Вот так вот не надо. Лео, ко мне. Она сядет здесь. Вот. Для того, чтобы пригласить в свое пространство собаку, мы для удобства ей, для объяснения, что она может подойти вплотную к нам, мы можем сделать такой лайфхак. Своим телом показать, что она может зайти к нам, и за это мы ее ругать не будем. Лео, ко мне. Да, хорошо. Точка подкрепления для выдачи еды должна быть правильной. Дальше точно так же. Лео, ко мне. Хорошо. Молодец. Умница собака. Да, хорошо. Привет. В общем, мы вам показали, как можно правильно.